Привет на «Вкусно дома»! Сегодня я поделюсь с вами рецептом аппетитного и очень сытного плова. Прелесть этого рецепта заключается в том, что он, несмотря на свою простоту, очень удачный. Это блюдо подойдет как к праздничному столу, так и для обычного ужина. А вот, собственно говоря, и сам рецепт. Для начала берем примерно 0,5 кг мяса. Я люблю плов со свининой, вы можете взять любое другое. И нарезаем его на довольно-таки крупные кубики. Теперь берем морковку и нарезаем в принципе, как вам нравится. Не мелочитесь. Причем в обоих смыслах лучше все-таки нарезать крупнее. Нарезаем лук полукольцами. А теперь обжариваем все на сильном огне. Для мяса будет достаточно от 3 до 5 минут. Помещаем его сразу в чугунную кастрюлю, в которой будет тушиться наш плов. На его место отправляется лук. У меня мясо жирное, поэтому морковку я не обжариваю. И вот все на месте. Добавляем сюда 1 столовую ложку приправы для плова, черный перец и соль. Теперь все это дело нужно залить водой. Все хорошенько перемешиваем. Сначала нужно протушить мясо в течение 40 минут на среднем огне. Теперь добавляем крупнозернистый рис. Снова все перемешиваем и тушим до готовности. Под конец можно добавить примерно 50 грамм масла. Аромат просто потрясающий! Мясо, тающее во рту. Попробуйте, не пожалеете. Если вам понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео.